я перелазил через забор и штаны порвал. Да ничего страшного, сейчас же это модно, круто, порванные штаны, ничего страшного. Мама, я тебе самый вкусный суп приготовлю. Хорошо, Рувинчик, готовь супчик. Ой, сынулечка, так это ж прекрасно, а я пока порисую. Но я сейчас это погулять пойду, а то меня там подружки заждались. Хорошо? Ладно, можно? Хорошо, мамочка, а я тут дома уберусь, помою полы, подмету. Ну давай, пока. Ну, дай мне суп, хочу суп. Мой хорошенький, зачем тебе суп? На, лучше скушай конфетку. Ладно, мама, как будто поменяет. А я самолетики делаю. Мяу. Мамочка, я только 3 ложечки сахара себе положу. Дорогой мой, сладенький мой, да на тебе еще ложечку. И еще ложечку, и еще ложечку. А хочешь на еще ложечку, на еще ложечку. И пожалуйста, сладенький ты мой. Мамочка, давай я в своей комнате уберусь. Сыночка, да зачем убираться в комнате? Я тебе и так дам на планшете поиграть. На, возьми, мой дорогой. Мамочка, поспать. Пойдем байки. Натанчик, включай телевизор. Смотри хоть целую ночь, сколько хочешь. Вау! Вам понравился день наоборот? А? Ну, день наоборот хорош, но лучше, когда все на своем месте. Все на своем месте ты хочешь? А как ты считаешь? Потому что мама готовит вкусную еду, мама заботится о всем. А мы должны прыгать, бегать и скакать. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь
на наш канал. Да.